не получилось. Вы же сказали, что это навсегда. Пришла очередь занимать. А кто этот человек под маской? Бу! Да-да-да-да-да-да-да! Нет, но! Но! Ра! Не смешите ребенка. Мы его не смешим. Нет, не смешите вы меня. Будьте мафинарии. Вместе с другими местами. Найти резинку можно. Не знаю, что делать. А что, Золушку? Здесь рядом нету? Нигде нету такой получилось. Давайте, ребята, голливудские актеры выносят это каждый день. Какая сейчас? Мальвина? Нет. Театральная площадь. Еще? До сих пор? Идет? Ну, они пока по кустам вообще по линии показывают. Что там. И на нем несколько слоев бинтов, да, вот этих, ну, вот, под силиконовой маской, под фиолетовой. Да, силикон, там гипсовый бинт идет. Да. Это можно взять? Да. Наши уже прошли в сторону, сейчас они проходят в сторону. И сколько слоев бинта? Вот, посмотри, вот сюда. 4. Вот это 11? Вот 11. А это у нас кто? Это я. А это Михаил Маневич, собственной персоной. Да, похож. Изнанка Михаила. Миш. Страшно было? Нет. Вот ему страшно сейчас. Мне нет уже. А, уже нет, понятно. Уже нет. Там было. Нет, там такой расслабон. Самое стрёмное, это последнее, когда вот снимаю. Спа-процедура. Когда брови и ресницы. Оттягивается от лица, получается? Ну да, ну силикон же. Вот. Все остальное такое, как будто спишь. Ну, там, наверное. Тут такие вообще. А сколько времени уходит на изготовление маски? Вот тот момент снятия слепка и до окончательного результата. В данном случае неделя, а так недели две с половиной. Как неделя. Нам уже в понедельник надо во вторник. Смешно.